Генеральный спонсор места происшествия ДСК «Поволжье». Материалы для кровли по лучшей цене. Соответствие ГОСТу, премиум покрытие. А внутри сделаем шикарные двери. 3 года гарантии, индивидуальный дизайн. Компания ДСК «Поволжье». Московская, 114, телефон 45-31-95. Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в ДТП в Белохолуницком районе. Там шофер на «Вольво» допустил занос полуприцепа. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла на 90-м километре дороги Кострома-Киров-Пермь. Водитель грузовика «Вольво» не удержал машину на дороге. 37-летний житель Костромской области, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил занос прицепа, который вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ». В результате 28-летний водитель «ГАЗа» погиб на месте. Его 30-летний пассажир получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись 2 легковых автомобиля – «Шевроле» и «Лада». Кадры ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидцев. По информации госавтоинспекции, в этой аварии виноват водитель «Шевроле». Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не пропустил «Калину». На место аварии пришлось вызывать бригаду скорой помощи. В ДТП пострадали 2 – водитель отечественного авто и его 3-летний мальчик-пассажир. В субботу утром в Слободском районе 52-летняя женщина-водитель «Лады Гранта» не справилась с управлением и на встречной полосе врезалась в «Митсубиси L200». В итоге пассажир «Гранты» получил травмы и его не госпитализировали. Через 3 часа в этом же районе 42-летний водитель «девятки» также вылетел на встречку и протаранил 3 автомобиля. Это «Митсубиси», «Ниссан» и «ВАЗ» 12-й модели. В этом ДТП пострадали водитель и пассажирка «Митсубиси». В Кирове на улице Ленина 34-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла» не пропустила встречный автомобиль «Шевроле Клан». 23-летняя девушка-пассажир иномарки в кузове «Седан» получила травмы, ее не госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия.